Всем привет! Вы на канале Быстрые блюда, и с вами я, Виктория. Сегодня мы приготовим салат с креветками. Салат с креветками – очень легкий салат в приготовлении и смотрится очень изысканно на любом столе. Какие продукты нам понадобятся? Нам понадобятся, самое главное, креветки. Креветки должны быть уже отварные, помидоры, огурец, авокадо, лук, помидоры черри. И для соуса нам понадобится лимон, растительное масло, соль, перец и горчица. Сначала нарезаем тонко-тонко лук, затем тонкими ломтиками нарезаем огурец. Затем разрезаем авокадо напополам, убираем косточку и очищаем от кожуры. Авокадо нужно нарезать дольками. В дальнейшем мы будем украшать салат, и нам понадобится именно авокадо, нарезанные дольками. Вот такие примерно дольки. Затем разрезаем лимон напополам. Нам понадобится пол лимона и кубиками нарезаем помидоры. Взбрызгиваем авокадо лимоном, чтобы он не потемнел. Приготовим соус. Для этого 100 мл растительного масла, солим, перчим, перемешиваем. Добавляем 1 чайную ложку сока лимона. И 2 чайные ложки горчицы. Хорошо перемешиваем, даже можно немножко взбить. Если хотите, чтобы соус получился более кремовый, добавьте 1 желток. Затем визуально делим примерно на 2 части креветки и 1 часть, если креветки у вас крупные, разрезаем напополам, а другую оставляем целенькими. Все ингредиенты готовы, нарезаны. Приступаем к выкладыванию салата в тарелки. У меня получилось 3 больших тарелки, 3 больших порции. Сначала выкладываем тонко нарезанные огурцы. Затем часть помидоров. Сверху выкладываем немного лука. У меня лук красный. Часть нарезанных напополам креветок. Салат надо хорошо заправить соусом. И сверху выкладываем дольки авокадо. Выкладывайте, чтобы было красиво. Я выкладываю в форме такого, как цветочка. И также между авокадо выкладываю целенькие креветки. Украшаю помидорами черри. Еще раз все хорошо заправляю соусом. И продолжаем заполнять оставшиеся 2 тарелки. Опять выкладываем помидоры, огурцы. Лук. Нарезанные креветки. Хорошо поливаем салат заправкой, сверху выкладываем цветиком авокадо. И заканчиваем выкладыванием целеньких креветок и помидоров черри. Не
Делайте салат так, чтобы было хотя бы по 50 грамм креветок на каждую тарелку. У меня получилось где-то по 100 грамм креветок на каждую тарелку. Надеюсь, рецепт вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями. На моем канале есть другие рецепты салатов. Ссылки я вам оставлю в описании под видео. Спасибо, что были со мной. Желаю всем приятного аппетита и хорошего настроения.